Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На поляне говорят о меркантильности Русланы Мишиной. Участники проекта уверены, что Руся жила с Николаем Должанским только лишь потому, что он давал ей деньги. А как только Колян стал неплатежеспособным, девушка переметнулась к Алексу. Мы уже рассказывали вам о том, что Катя Гужвинская рассталась с Вовой Гаути. Вова ее ударил, она очень сильно обиделась. А теперь пришло время мести. Катя выложила в сеть компромат на бывшего парня. Его пудру, которая была спрятана среди спортивного питания. Катя пишет: «Пошла я найти лекарство от кашля, но среди всяких мужских таблеток скромно в углу лежала пудра». И дальше она уже откровенно издевается над Вовой. «Если ты настоящий мужчина и тебе нужен парень с пудрой, приходи в кафе «Город любви» каждую среду. Я жду тебя, ваш Вова Гаути». Саша Харитонова рассказала в соцсетях, что педагог по актерскому мастерству Саид Нигматуллин пригласил участников своей группы в театр. Саша пишет: «Отлично посидели с Саидом». Оля Жемчугова тоже собиралась пойти с ними в театр развеяться, но Глеб ее не отпустил. Элла Суханова призналась в том, что она жутко ревнует своего жениха Игоря Трегубенко к Лене Босс. Мы уже рассказывали, как Лена признавалась, что ей симпатичен Трегубенко. Ее вовсе не смутил тот факт, что он почти женатый мужчина. И вот у этой истории появилось продолжение. Все участники проекта были удивлены тому, что Элла с ума сходит от ревности. Ведь Игорь не давал ни малейшего повода для этого. Илья Ебаров объяснил, почему он отказывается лететь на Сейшелы, коли Рапунцель. Илья пишет: «Я не успел заметить, как наше дружеское общение с Олей переросло в нечто большее. Подарил 2 красивых летних купальника, сделал несколько романтиков, мы присылали друг другу интимные фото. Но со временем я понял, что Оля играется не только Димой, но и мной. Поэтому я решил не участвовать ни в каких треугольниках и не лететь на Сейшелы». К тому же, когда лететь Илье, у него скоро гастроли в Саратове. И он зазывает всех на свой первый сольный концерт, который пройдет в Саратовской филармонии 21 мая. Ну а Рапунцель разочарована в Диме, который не берет ее в жены, разочарована в Ебарове, который не прилетит к ней на Сейшелы, и она объявляет всероссийский кастинг. Оля говорит: «Я уже созрела и готова к семейной жизни. Пишите мне, рассмотрю все варианты». Маша Чужакова, которая недавно покинула проект, принимает участие в конкурсе «Русская красавица-2016». Еще 2 бывшие участницы проекта, Надя Ермакова и Кристина Дерябина, участвуют в этом конкурсе, но уже в качестве членов жюри. Либерж к Падону думает о том, чтобы изменить свою внешность. Либерж пишет: «И все-таки я думаю, что грудь чуть-чуть можно мне и увеличить». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!